Всем привет! С вами канал Выживание, и сегодня наконец-таки наступило 20 июня, а это значит, что сейчас мы проведем розыгрыш Финки Лаппи, как я вам и обещал. Но вначале скажу несколько слов. Во-первых, выражаю благодарность всем подписчикам и участникам нашего сообщества, и особую благодарность выражаю тем, кто ведет активное участие в жизни сообщества. А именно, не стесняется делиться своими фотографиями, видео, участвует в обсуждениях и так далее. Забегая немножко наперед, скажу, что впоследствии планирую выявить одного из самых активных участников и наградить его. Определять его, конечно, мы будем коллеги нашего сообщества. Ну, об этом подробнее я скажу позднее, но имейте в виду. А сейчас непосредственно про розыгрыш. Значит, по-прежнему за собой оставляю право не считать победителем любителей халявы. Кого я подразумеваю? Я подразумеваю тех, кто создает свои страницы исключительно для того, чтобы участвовать в многочисленных конкурсах, причем абсолютно разной тематики, в разных направлениях и группах. Этих ребят однозначно я не буду брать в расчет, и я не хочу, чтобы вот моя финочка, допустим, просто лежала у кого-то на полке. Я хочу, чтобы она служила верой и правдой и приносила пользу своему обладателю. Также за собой оставляю право не считать победителем того, кто не выполнил условия нашего розыгрыша, которые прописаны непосредственно в этом посте ВКонтакте. В общем-то, все ясно и понятно. Давайте начинать. Приближу вам экран, чтобы вы могли вместе со мной наблюдать за происходящим процессом. Так, думаю, будет видно. Итак, друзья, разыгрывать мы будем с помощью генератора случайных чисел приложение Random App. Выбираем по репосту, копируем пост, точнее ссылку на пост, вставляем ее. Победитель у нас будет один, приз будет у нас Финка Лаппи. Ставим галочку «Состоять в сообществе». Ну, мы это еще однозначно дополнительно проверим. Ну что, в общем-то, все готово. Остается пожелать всем удачи. Поехали! Итак, победитель у нас Андрей Найт. Ну что ж, давайте посмотрим, выполнил ли Андрей все условия. Семнадцатого июня он принял участие в нашем конкурсе. Нет, назвать его любителем халявы мы никак не можем. В общем-то, в этом плане все в порядке. Андрей Найт. Давайте проверим, состоит ли он в нашем сообществе. Состоит. Хорошо. И теперь осталось нам проверить, оставил ли он комментарий. Так. Сделан он репост 17 июня. Значит, примерно в этих числах и будем искать. 17 июня – это в самый конец. Так, 18 июня, 17 июня. Смотрим повнимательнее. Вот он, его комментарий. Удачи. Поставим лайк. Друзья, я думаю, вы прекрасно видите,
что Андрей, в общем-то, выполнил все условия. Поэтому мы полноценно его можем признать победителем нашего розыгрыша. Ну что ж, остается поздравить Андрея. Андрею надо в ближайшее время связаться лично со мной, либо написать в сообщение сообщества, где я ему расскажу, как он получит свой приз. На этом я с вами прощаюсь, друзья. Кто не поддержал победу, не расстраивайтесь. Скоро будет очередной тысячный рубеж, мы проведем очередной розыгрыш. Плюс, как я уже сказал ранее, будем проводить розыгрыши и несколько по другому принципу. А именно среди самых активных участников и так далее. Всем удачи, спасибо, что поучаствовали. Встретимся на канале.